Дарник Оптика получила международный статус Essilor Expert. Это знак отличия и высокого качества лучших партнеров за профессионализм, работу с современными линзами и индивидуальный подход. Доверяйте экспертам. Дарник Оптика. Ватутина, 46. Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. На проспекте Ильича кипит работа. Строители наносят новую штукатурку поверх старой. После обещают, дом в буквальном смысле заиграет новыми красками. Фасад станет цветным. Бригада специалистов приступила к работам 3 недели назад. Это уже второй объект, который не приводят в порядок. Первый находится по соседству. Чтобы ему придать красочности, решено воплотить необычное дизайнерское решение – покрасить только межпанельные швы. Как признались сами строители, такое им приходится делать впервые. Впрочем, говорят, ничего сложного в этом нет, а цвета наносят строго по техзаданию. Придумали так, просто покрасили свои. Реально долговечные, прочные, смесь использовали специально для фасада. Они будут держаться. Сколько даете гарантию? Гарантия 5 лет. Работы еще не завершены. Позднее специалисты раскрасят и другую сторону дома. Однако уже сейчас видны изменения. Впрочем, мнения жителей по поводу дизайна многоэтажки разделились. Мне не нравятся такие цвета. Знаю, что мне не нравится. Ну, это вот, сами просто посмотрите. Дом сам серенький, а цвета такие яркие. Как-то, я не знаю, неправильно подобраны цвета. Разные цвета, то есть глаза сразу бросаются, и на душе радостно, и все полностью, так что хорошо. Этим летом фасады домов ремонтируют по всему проспекту Ильича, от администрации до Дворца водных видов спорта. В фонде капитального ремонта подтвердили, цвета согласованы со специалистами администрации. Фонд капитального ремонта никаких решений в данном вопросе не принимает. Все цвета фасадов утверждены администрацией и указаны в паспорте дома. Если у жителей есть какие-то пожелания, то они могут прийти в администрацию и высказать их. Данный участок является частью гостевого маршрута. И сделать его планируют, судя по всему, по-настоящему запоминающимся. Юлия Данилова, Андрей Шакинев, Интера ТВ.